Друзья, всем большой привет! Обзор самых свежих и весенних новинок из магазина «Светофор», который находится по адресу Ижевск, Гагарина, 75. А кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и всем приятного просмотра! И как вы уже заметили, к нам завезли самые красивые цветы в горшках. Красивые розы одного сорта, но в разных цветах. Цена 282,90. Травянистое вечно зеленое растение гусмания, или по-другому называют гусманией. В магазине представлен в двух цветах. Цветок обладает эффектной розеткой, состоящей из длинных листовых пластин. У нее очень необычное соцветие, которое по форме напоминает шишку. Цена гусмании 274,90. Третий вид цветка – цветок антуриум, а в народе говорят – цветок мужского счастья. В этом горшке цветок еще не раскрылся, а вот и раскрывшийся цветок, который смотрится очень эффектно. Я слышала, что этот цветок нужно иметь в доме мужчинам для успеха. Мужчинам, еще не нашедшую свою вторую половину, антуриум может найти достойную спутницу жизни. С этими цветами еще завозили хризантемы, которые очень быстро разобрали. Цена их была 166,90. Форма для запекания изготовлена из жаропрочного стекла. Форма с ручкой и высокими бортиками. Тяжелая, из толстого стекла. На форме есть пищевой знак, но температурный режим почему-то не указан. Форма размер большой, удобная и глубокая. Срок годности не ограничен, производит Франция, цена 226,50. Вешалка для одежды с 5 крючками. Всего крючков 10, 5 верхних и 5 нижних. У вешалки есть 2 отверстия, куда прикрепляется вешалка. Качество у вешалки отличное, изготовленное из прочной меди. На всех вешалках есть пластиковые заглушки. Цена 128,50. Показывала швабру из микрофибры с телескопическим черенком, но не показала сам черенок. Так вот он. Швабра отличная, более подробно рассказывала в прошлых обзорах. 131,90. Завезли новые стеганые одеяла Hello Fiber, полутора и двухспальные. Одеяло плотное, теплое, ткань верха поликоттон. Цвета в ассортименте все нежных оттенков. Края прошиты кромкой, ровные строчки. Цена полутораспального одеяла 438,50, двухспальное одеяло 549,90. Полотенце пестротканное, махрово-вафельное, размеры 50 на 80. У полотенца красивая расцветка, вид с лицевой стороны. И с изнаночной стороны она также смотрится очень красиво. Состав 100% хлопок, по краям с двух сторон небольшая бахрома. А цвет называется серо-голубой. Изготавливает Республика Узбекистан, город Черчик, 137,90. Следующая шикарная новинка – это простынь покрывала махровая. Смотрится и выглядит как полотенце, но с большим размером 150 на 200 сантиметров. Впервые вижу такую простынь покрывала, плотность 360 грамм на квадратный метр. Подойдет на полутораспальную кровать и как покрывало на диван. Покрывала все однотонные, в магазине продаются в 4 цветах. Мягкий, приятный на ощупь, полностью сделан в виде квадратиков, в состав 100% хлопок. Как вам покрывало понравилось? Жду от вас ваших отзывов. Мне эти покрывала понравились, особенно серый цвет, они теплые, мягкие и приятные. Производит Узбекистан, город Касанцай. 678,50. Новые подушки из лебяжьего пуха с размером 70 на 70, одна подушка весит примерно 1,3 кг, ткань верха поликоттон, цена 268,90. Летний женский сарафан с разным размером, размер этого сарафана 50. Снизу красивая обработанная, есть один карман, без рукавов, в виде маечки. Сарафаны здесь в большом ассортименте с разными расцветками и цветами. Ткань из плотного трикотажа, состав 100% хлопок. Размер этого сарафана 52. Размерная сетка сарафанов 46-56 изготавливает торговая марка Arsatex, Ставропольский район. 218,90. Туника женская в ассортименте с разными размерами 46-56, сшитая из трикотажной ткани и в виде джинс. По бокам с двух сторон небольшие карманы, отделанные красивой строчкой. Сверху вставыш с 3 пуговицами. Все сарафаны в виде маечки с красивыми расцветками, состав 100% хлопок. Строчки прямые, прошиты ровно и аккуратно.
186,90. Сапоги высокие, резиновые, из ПВХ, но очень тяжелые. Думаю, эти сапоги не надо покупать, они действительно очень тяжелые. Цена 178,90. Брюки женские спортивные, размер 48-56, цена 186,90. Брюки отличаются по бокам с разными лампасами. Состав 80 хлопок, 20 полиэфир, изготавливает Россия. Комплект двухспального постельного белья, состав полисатин. У комплекта наволочки размером 50 на 70 сантиметров. Многим полисатин не нравится, вроде ткань плотная, приятная. И цены. Двухспальное белье 514,50. Полутораспальное 439,90. И еще одно двухспальное 572,90. Рулетка 5-метровая, сделана из двухкомпонентного корпуса, цена 100 рублей. Сама рулетка широкая, обычная, стандартная, с фиксатором. У кого есть детки, хочу вам показать сапожки, мне они понравились своей легкостью и прочностью. Сапожки в ассортименте с разными размерами, цена 199,90. Сапоги продаются без подклада, запах материала не присутствует. Снова завезли конструкторы для мальчиков в ассортименте 3 в одном. Из одного конструктора можно собрать 3 варианта сборки. Конструкторы разные, в наборе деталей есть 58 и 75 штук. И еще этим конструктором можно собрать супер трейлер. Эти конструкторы производит Китай, цена 78,90. И в этот магазин завезли картины, размеры 35 на 45. Картины все разные, продаются в ассортименте, есть правила для дома, даже есть правила для дедушки. У картины рельефные текстуры из плотной ткани. А с обратной стороны обычный картон. Картина с красными красивыми маками, различные натюрморты с двумя и тремя вазами. 194,90. Раньше все искали картины по номерам, а теперь они продаются почти в каждом магазине. 273,90. Медицинские одноразовые впитывающие пеленки 30 штук, размер 60 на 90 сантиметров. Пеленки отлично впитывают, гипоаллергенные, нежные как хлопок, мягкие материалы для максимального комфорта. А еще они универсальные в использовании, подойдут, думаю, для многого. Пеленки представлены в двух упаковках, но, по-моему, они одинаковые. Цена 344,90. Эленор кондиционер для белья, скандинавская весна, 4 литра, цена 186,90. Об этом Эленор я слышала много отзывов, кому-то она понравилась, а кому-то нет. Эленор мне нравится, но покупаю я его в маленьких объемах. Прокладки Sensitive Always Classic в упаковке 9 штук. Прокладки ультра тонкие на 4 капли, размер 1. И в магазине Светофор они продаются по самой недорогой цене 40 рублей 50 копеек. Ватные палочки Aura Classic продаются в мега упаковке 400 штук. Состав ваты у палочек 100% хлопок, цена 34,90. Классические прокладки Milano Soft в упаковке 10 штук на 4 капли. Цена этих прокладок очень бюджетная, 16 рублей 90 копеек. Ежедневные прокладки из целлюлозы, толщина 2 мм. Состав верхний слой нетканый материал, впитывающий слой распушенная целлюлоза. В упаковке 40 штук, изготавливает Россия, цена 24,90. Влажные салфетки Aura Family 200 штук с крышкой, цена 58,50. Подойдут на дачу, в походе, в офисе и в дорогу. Мне эти салфетки нравятся, всегда их покупаю. Подходит для всей семьи, взрослым и детям. И снова ковер очень мягкий и с высоким ворсом. Края все ровно обработаны, качество отличное. Размер ковра 80 на 120 сантиметров. Состав ворса 100% полиэстер, основа ворса 100% джут. Ковер плотно набитый, мягкий, высота ворса примерно 1 сантиметр. У этого ковра название Шеги, цена 798,90. Полотенце вафельное кухонное в комплекте 3 штуки. С обратной стороны без рисунка. Полотенце представлено в ассортименте с разными расцветками. Размер полотенца 35 на 60 сантиметров. Состав 100% хлопок, изготавливает город Дзержинск. Строчки ровные, торчат нитки, но думаю, это не критично. Эти полотенца поплотнее, после стирки не станут марлей. Стирать можно при 40 градусов. 58,90. Небольшой круглый таз на 5 литров.
Таз изготовлен из плотного пластика, нельзя хранить пищевые продукты, изготавливается Самарская область. 33,90. И всем, кто досмотрел это видео до конца, всем огромное спасибо. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. А всех женщин я поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам счастья, удачи, любви и самое главное здоровья. Пускай исполняются все ваши цели и мечты. Всем добра и позитива, удачных покупок, приятных выходных. Всем пока-пока, до новых встреч! We'll be right back.